Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете про 7 необычных трав для волос. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. И если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. С большим количеством косметических средств сегодня эффективно конкурируют растения, травы и рецепты из них. Такая эффективность для волос достигается за счет содержания в дарах природы эфирных масел, комплекса витаминов, дубильных веществ, алкалоидов и фитонцидов. И сейчас я вам расскажу про 7 самых эффективных трав. Подарок природы – усьма. Усьма – это травянистое растение, которое встречается исключительно в южных регионах. С давних времен женщины Востока практиковали уход за волосами, используя эту траву. Ее действие значительно усиливает рост волос, поэтому все восточные женщины имеют густые и объемные волосы. В основном из этой травы готовятся лечебные отвары. Приготовить его можно своими руками, это не занимает много времени и сил. Металлическую кружку или миску насыпаем столовую ложку сухих листочков, можно даже с небольшой горкой. Заливаем 5-6 ложками крутого кипятка и оставляем под крышкой на 5-10 минут. Затем ставим на самый слабый огонь, не снимая крышки, и варим в течение 3-5 минут. Можно заглянуть в кружку. Если воды мало, немного доливаем кипятка. Проварилось 3-5 минут, выключаем огонь и оставляем настаиваться еще минут на 15. Процеживаем и переливаем в удобный сосуд. Этот отвар можно хранить 3-4 дня в холодильнике, в плотно закрытой посуде из темного стекла. Но лучше, конечно, использовать свежезаваренный. Универсальность лаврового листа. Многие женщины и не догадываются, что лаврушку можно использовать не только при приготовлении горячих блюд, но и при лечении волос. Лавровый лист очень эффективен от выпадения волос. Большой эффект достигается благодаря активизации кровообращения в фолликулах и наличии в листе большого количества витаминов и аскорбиновой кислоты. Используя лавровый лист, создаются уникальные и ароматные отвары, которые способны придать волосам здоровье и силу. 9 из 10 девушек имеют поврежденные, сухие и ломкие волосы. Как девушка легко и просто восстановила волосы, остановила выпадение, придала блеск и шелковистость волосам, и причем сделала это максимально дешево и за короткий срок в домашних условиях, смотрите видео. Ссылка на него в описании под этим видео. Целебная трава из Индии – брахми. Волосы женщин Индии никогда не уступали волосам, которые природа наделила восточных женщин. И опять же, не обошлось без даров природы, а именно бесполезного и лечебного действия травы брахми. В основном из брахми изготавливается лечебное масло для волос. Масло можно использовать для роста волос, для избавления от перхоти, для предотвращения выпадения волос. Масло также эффективно снимает стресс и улучшает циркуляцию крови. Многофункциональный кориандр. Кориандр – это однолетник, который цветет в середине лета. Его воздействие на организм просто огромное. Его семена содержат большое количество эфирного масла, наделенного витамином С, дубильными веществами, крахмалом и сахаром. С его участием изготавливаются многие народные рецепты для улучшения здоровья волос. Масло из греческого базилика. Рассматривая более детальный состав базилика, следует отметить полезные компоненты, которые оказывают полезное действие на волосы человека. Минеральные соли, дубильные вещества, эфирные масла. Косметологи доказали, что систематическое использование базилика в уходе за волосами поможет разбудить луковицы волос, которые неактивны. Эти натуральные продукты эффективно сказываются на росте волос. Маленький одуванчик. Это маленькое растение содержит массу ценных веществ, и что характерно, в нем полезно все, начиная от цветов и заканчивая корнем. Приготовить отвары и маски с использованием одуванчика можно в домашних условиях. Это легко, доступно и просто. К основным полезным компонентам одуванчика стоит отнести комплекс витаминов, смолы, фосфор, железо. Сок одуванчика содержит кальций, никель, марганец. И это не весь перечень полезных веществ, которые скопились в этом маленьком, но очень полезном растении. Плющ остановит выпадение волос. При таком недуге, как выпадение волос, многие стараются в качестве лечения использовать народные средства. Хорошим помощником в этом сможет стать обычный неприметный плющ. Однако не стоит забывать, что использовать необходимо только листочки плюща, а вот его плоды использовать в любом виде категорически запрещено. Для ухода за волосами из плюща готовится отвар и регулярно используется в холодном виде. Ознакомившись с 7 необычными травами, можно сделать вывод, что использование травы – это простой, эффективный и недорогой способ укрепить волосы.
Регулярно используя отвары и маски из этих трав, вы наделите свои волосы здоровьем и красотой. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.